Смотрите сегодня в «Будильнике». Сильная половина нашей команды попробовала на себе профессии настоящих мужчин. Он короче. Плотнее! Денис Фурсов в рубрике «Детский лепет» узнал мнение самых маленьких зрителей о 23 февраля. Каких мужчин будешь поздравлять ты? Данилу. Данилу? А наша трижды мама Елена Михайлова расскажет о зимнем саде Липецкого зоопарка. Все это и многое другое смотрите сегодня в «Будильнике».